что пришли. Вот. Ну, 20 лет Асунбезу, я не знаю, что сказать. Я-то был уже на пятом десятке заметно, человек-то когда. Мне уже казалось, что жизнь моя прошла мимо окончательно 20 лет назад. Вот. Ну и тихо доживать, просто никаких планов не было. Вот эти люди, спасибо им огромное все, ну, всем членам этого сообщества, которые, в общем говоря, здорово потормошили меня эти последующие годы. Вот. И, в общем, теперь я уже, к сожалению, не могу сказать, что жизнь прошла мимо. Да, она как зацепила, да, меня немножко своим крылом. Вот. Но я даже не знаю, что... чтобы он прочесть. Письмо. Дорогой участник спецоперации, обороняющий от Бендеры меня, я пишу тебе из московской ресторации. Доброго времени дня. У нас в Москве третий день жара, но это не мешает нам наслаждаться. Сообщаю тебе, что нихера не действуют эти санкции. Благодарю, что ты истребляешь нацистов, а то нам от них здесь не продохнуть. О, вот принесли еще белуги грамм 300. Я их приму за твое здоровье на грудь. Понимая всю ответственность момента, прошу тебя строго спросить у палачей за мучительство. Я полностью поддерживаю нашего президента, а также родную партию и правительство. Морской гребешок здесь мелковат. Зато королевские креветки жирны. Я уважаю тебя, солдат, защитник чести нашей великой страны. Понимаю, что вы фронтовые волки. Но я тоже не шкет. Я хожу по Москве в бейсболке с буквой Z. И пусть ты сидишь в глубине окопа, а передо мной за 200 баксов жратва, но мы оба согласны, что говно их Европа. А самое главное говно США.